Добрый день, дорогие друзья! С вами Роман Мазо, врач-уролог-андролог высшей категории с 20-летним стажем. Я работаю в городской больнице номер 3 города Николаева. И сегодня мы поговорим о теме, которая очень часто встречается на приеме уролога. У меня ускоренное семяизвержение, утверждает пациент. Объясните, что со мной происходит? Как ему помочь этому пациенту? Поговорим сегодня об этом поподробнее. Причин ускоренного семяизвержения несколько. Конечно же, есть причины конституционального плана, и там простатит ни при чем. То есть пациент утверждает, что у него с самого дебюта половых отношений половак длился очень мало времени. То есть абсолютным ускоренным семяизвержением является половак, длящийся 30 секунд и менее. Относительно ускоренным семяизвержением является половак, длящийся от 30 секунд до 2 минут. Норма продолжительности полового акта по разным источникам составляет примерно от 2,5 до 7 минут. Это в среднем. Конечно же, есть отклонения от нормы, и некоторые пациенты утверждают, что их вполне устраивает и более длительный половой акт, и в принципе это никак не их тревожит. Некоторые пациенты утверждают, что в течение 2 минут их партнерша достигает оргазма, и тогда дисгармонии тоже не существует. Чаще всего пациент приходит с этой жалобой, когда он видит не свою неудовлетворенность, а больше неудовлетворенность своего партнера. То есть, когда у женщины оргазм не наступает, и мужчина чувствует свою какую-то ущербность, ему кажется, что в этом и он виноват. То есть, он пытается что-то сделать, он пытается уменьшить чувствительность головки, он принимает какие-то препараты из пищевых добавок, и наступление эффекта еще больше его тревожит. Как же простатит может влиять на ускоренное семяизвержение? Внутри предстательной железы, в простатическом отделе уретры, находится орган, отвечающий за семяизвержение. Это так называемый семенной бугорок, семенной холмик. На нем находится семенная маточка. На этой маточке открывается достаточно большое количество семявыбрасывающих протоков. Прохождение спермы через семенной холмик вызывает, собственно говоря, оргазм. Кстати, можно сказать, что количество спермы четко пропорционально яркости полового, собственно говоря, оргазма. Потому что чем больше спермы, тем больше раздражаются рецепторы семенного холмика, и тем более яркий и выраженный оргазм. Соответственно, при простатите многие пациенты жалуются не только на ускоренное семяизвержение, но и на стертость оргазма. Представьте себе, что вы обожгли руку, соответственно, положили руку в теплую воду. Так вот, вся кожа руки, не обожженной, будет чувствовать теплую воду, а участок кожи, которая подверглась термическому воздействию сильному, будет ощущать, что сильный жар. Вот можно в такой же степени это применить и к предстательной железе. То есть, если посчитать, что вся предстательная железа воспалена, то, скорее всего, и семенной холмик, он тоже воспален, и тогда он дает более быструю команду организму на семяизвержение. То есть воспаление предстательной железы и, соответственно, воспаление семенного холмика может формировать ускоренное семяизвержение. Что же мы можем предложить в качестве коррекции этого состояния? Это, конечно же, лечение хронического простатита. На нашем канале вы можете прочитать и ознакомиться с теми материалами и видео, съемками, на которых показываются те упражнения, которые улучшают кровообращение в предстательной железе. Это тоже определенным образом будет помогать пролонгации полового акта. Также можно назначать различные препараты для лечения хронического простатита, и снижение чувствительности, собственно говоря, семенного холмика тоже будут вызывать удлинение полового акта. Назначение препаратов, тормозящих семяизвержение, должно быть точно, так скажем, сопряжено с обследованием у уролога. Только врач может принимать решение, можно назначать препараты для торможения семяизвержения или нет. Потому что эти препараты достаточно сильнодействующие. Они могут влиять на психику, они могут изменять половое поведение. Некоторые пациенты, которые самостоятельно принимают решение о приеме таких серьезных препаратов, утверждают, что может даже снижаться либидо, может снижаться, собственно говоря, жесткость полового члена, эрекция ухудшаться. Поэтому это нужно обсуждать исключительно с врачом, и тогда эти назначения будут более органичными, более физиологичными и, скорее всего,
пойдут вам на пользу. Более длительный половой акт вызывает лучше, так скажем, ощущения у женщины. Иногда оргазм у женщины может наступать несколько позже, чем у мужчины. Поэтому я рекомендую даже в случае ускоренного семяизвержения не оставлять партнершу один на один с ее состоянием, а с помощью ласок доводить ее все-таки до оргазма. Это достаточно важная часть человеческой культуры. И если вы, собственно говоря, оставите эту тему без внимания, чаще всего неудовлетворенная партнерша может, так скажем, определить какие-то проблемы. То есть есть такое выражение, что женщина, которая не стонет ночью, будет ворчать днем. Задумайтесь об моих словах. Спасибо за внимание. Всего доброго. С вами Роман Мазо. До новых встреч.